Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Гулял по просторам Стима и наткнулся на игру Lost Light. Эта мобильная версия игры похожа на Tarkov, импортирована с мобилки на ПК. Lost Light. Отзывы я прочел все, их было очень много. Негативные, как и положительные. Но как эта игра бесплатна, конечно, присутствует донат. Неплохая графика. Но... очень тупые ИИ в игре. Но на первых уровнях прокачки персонажа это точно. Присутствуют также модификации, улучшения. Еще раз говорю, неплохая графика для мобильной игры, импортированной на ПК. Ладно, поехали. Первое, что кидается в глаза, а то есть в уши. Заевший звук ветра в главном меню. Создаем персонажа. Имя, к сожалению, было занято. Я сгенерировал случайное имя. Посмотрел 30-секундную заставку, как парень крадется в темном мрачном помещении и находит соперника. Выстрел. С нами выходит на связь какая-то мадам. Эти чувак. Пожалуйста, ответь мне, если слышишь. Мир вокруг убежища в полном беспорядке. А ты почему-то лежишь здесь, на руинах этого завода. Что произошло? Я знаю, что ты один из светлячков. Похоже, ты прошел через многое настолько, что даже забыл, кто ты есть. Хераси, а ты загнула. Хайди. Кое-кто... ВСД, пробел, капс, идти, левый shift бежать, таб, инвентарь. О, он проснулся. После таба проснулся. Капс, лок. Это будет переключаться, блин, капс. Я нашел капс, ребята. Ух ты. Недовольно? Слушайте, неплохо. Не надо держать, просто нажали на правую кнопку мышки, перешли в режим прицела. Для мобильной игры неплохо. Мы нашли аптечку, нажмите F. Четверочка, аптечка у нас, да? Угу. Это мы проходим обучение. Найдите путь к точке эвакуации. Запираем, что плохо лежит. Достижение мелочь. Ага. Нашивочки еще разные. Так, и что дальше? Найти еще набор инструментов. Довольно неплохая графика. Опа. Рюкзак нашли. Опачки, у меня еще какое-то время идет, что ли? Мне надо поспешить. Жесть. Конечно, отдача. А что он ему сделал? А, это Ксюшечка. Мне показывает что-то, надо куда-то мне пойти. А, вот и инструменты. 40 тысяч местных денег. Эвакуация. Новый рекорд Б, 117 тысяч. Это хорошо или плохо, я пока не знаю. Это я прошел обучение. Качаем уровень. С возвращением из зоны отчуждения. Ты находишься на заброшенном убежище. Пора навести тут порядок. Для начала переместите найденные предметы на склад для сохранения. Переместить. Хм.
Похоже, на складе недостаточно места. Пойди, исследуй свое убежище, найди склад и улучши его до следующего уровня. Для улучшения требуется всего лишь 5 кусков лома. Улучшить. Улучшение левел 2. О май гад. Задание от Хайди. Коллиматорный прицел. Карабин какой-то. Получается, он показывает, где что лежит. Лом, прицел там. Мне сразу резнуло на прицеле. Так вот она, зона отчуждения. Помни о своем задании. На земле будет отображаться направляющая линия, которая поможет тебе выполнить задание и найти выход из зоны отчуждения. Someone's coming. Что, из-за угла нельзя выглядывать? Ну, такое. Ну, с ботами интересно играть, конечно. Да, I'm dying. А, F добить. Так, мы шлем нашли. И что-то еще там. А пушки... Ага, пушка, вот. Вторая пушка у нас дробовик. Ух ты, прикольно. Очень круто. Забираем ресики. Не знаю, любители Таркова, напишите комменты. Это похоже на Таркова или нет? Я просто в Тарков не играл. Так, мы нашим наш прицел. Браво. Идем дальше. Открытая зона. Убираем, что плохо лежит. Интересно, как я не упал вниз, ну ладно. Ничего себе, у меня хп сняло, типа. И чё, четверочку. Блин, надо звуки прикрутить. Потому что это не дело. Эффекты на Сэмса. У кого-то слышу. Нихера себе, а шо с сенсой? Опа, юмпик или чё? Недостаточно места. Это я скидываю, типа, беру. Я могу только две пушки, типа, вынести, к примеру, да? Я так понимаю. Рация, что за рация? Это что такое? Пистолетная рукоять. Рация, а что мне рация дает? Блин, ну сенсой тут что-то не то. Так, давай юмпик посмотрим. А, он типа еще имитирует заряжание боекомплекта.
Ага, карбон, мне вот эта пушка нужна. Мы за ней типа пришли. Мы пришли к Ксюхе, за Ксюхой. Опа, что там сверху? Опа, паркурчик такой. Я ничего взять не могу, то что у меня нет места. 6. У меня еще в запасе вагон времени. Ну я все собрал, правильно? Приобрел. Теперь на него мы цепляем коллиматор. 27 тысяч. А что значит крестик? А, это наши, которые есть. Не, ну я ничего покупать не буду. Я буду ходить с тем, что у меня есть. Не забывайте улучшить свое оружие на оружейной стойке. После зайдите ко мне, чтобы получить новое задание. Да, принимаем. А, я понял. Какие зарядим? Но у меня выбора нет. У меня вот есть патрон такой. Дополнительный рожок, чтобы быстро перезарядиться, я так понимаю. Готов к операции. Продолжить. Короче, я готов. Ой, еще дача, слушайте. Ой, я ему хедочку дал. Что так, такое? Ты умираешь? О, что я не забрал? Интересненькое что-то. Мне приехали есть. Так, тут что у нас? Я нашел ключ. Stop hiding. I saw you. Он не слышал. Вот это сверхсложные боты. Слушайте, она мне что? А, поместилась в этот в рюкзак. Какой лучше? Этот или тот? Дальность 39. Одинаковый автомат. Я что-то не понял, как он стреляет вообще.
Все с тобой в порядке, друг? У тебя дробовик. Я хочу дробовик. Не. ДТ-01, у меня ж такое самое все дерьмо. Да. Паркура не хватает, вообще не хватает. Вроде можно перепрыгнуть. Опа. Колечко мы пиздим, то что оно стоит. Вода. Т. Т. Ну, Т. Не надо... Давай сюда, вот так. Так, подожди. Это что такое? Диалогический раствор. Но это мы пить не можем, да, я так понимаю? Т. Вращать, выбрать, использовать. Да. А мне вода нужна вообще была? Не знаю, короче. Ну, пофиг, как бы. Попил так попил. Давай дробовичок я хочу. Ага. Так, ключ нашел. Теперь могу заходить. Тут бабки, бабки, бабки. Но я не могу ничего взять, то что у меня тут кольцо 3 рубля, который... вот это 105 тысяч колечко мы забираем. Так, что-то... Давай. И покушай. Так, ну, от радости. Просто 100 тысяч. Это что такое? Зажигалка 2000 нафиг надо. Слушайте. Поближе я поднял. А как по заданию? Как задание посмотреть, что я выполнил или нет? Назад нужно возвращаться. 449 тысяч я могу вынести. Интересно, очень интересно. Типа, вот это поворот. И мотор ревет. Что? Бабки, 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 мне нужны твои бабки. Мне не влазит уже. Мы выкинем водичку, да? 3000, вот водичку нафиг. Главное бабки, я думаю. Или нет? Давайте тут тоже дверь откроем. Чтобы со всех сторон была дверь открыта. Нравится, что она мне показывает, куда бежать, мне не надо напрягать свой мозг. Опа, опа. Так, а скрытно у нас на капслок. Нас кто-то услышал. Ты, он туда заберется, оно интересно. Да. Очень круто. Серебряная монета 39К. Это что такое? Портативная батарея. Где он? Я слышал его. А вот он. Меня видит? Stop hiding! I saw you!
Очень сложные боты. Очень сложные боты. Текущий уровень 3. Короче, ладно, ребята, если вам такое нравится, могу стримчик устроить по этой игре. Если интересно, ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал, и я устрою стрим. Мы тут побегаем, попроходим. Дойдем до нужного левела. Ссылку на игру я оставлю в описаниях под видео. Если ты хочешь сам поиграть в нее. И... кто играл в нее уже, пожалуйста, пишите комменты, подсказывайте, я буду рад вашей помощи. Спасибо, всем до свидания.